В нашей стране имеется множество старинных домов и сооружений, которые чудом уцелели после революции, гражданской войны и ужаснейшей Второй мировой, которая, казалось бы, должна была оставить после себя лишь выжженное поле. То, что мы сейчас можем наблюдать здания, которым по 100 и более лет, заслуга советского государства, в случае если боевые действия миновали ту или иную территорию. Возьмем, например, Ростов-на-Дону, который по окончанию Великой Отечественной вошел в список самых пострадавших городов Союза, так как около 80% всех зданий и сооружений лежало в руинах. Откуда же тогда в нем такое количество сохранившихся дореволюционных построек? Так еще и совсем недавно даже вошел в пятерку городов России с наибольшим количеством сохранившихся старинных домов. Как бы это просто ни прозвучало, но раньше ценили историю куда больше, чем сейчас. После войны восстановление крупных городов производилось согласно утвержденному генеральному плану восстановления и реконструкции, в котором помимо благоустройства территории и строительства новых объектов учитывалась реконструкция уцелевших зданий. Была создана специальная комиссия, которая на первоначальном этапе решала, что является историческим или архитектурным памятником, а что нет. Короче говоря, что следует восстановить, а что лучше снести под новую постройку или вовсе расчистить территорию, чтобы на ее месте разместить сквер или парк. В случае восстановления, в зависимости от степени разрушения, приступали к работам. Это могла быть в кавычках простая работа по перекрытию крыши, замене поврежденных коммуникаций, восстановлению окон и прочие незначительные работы. Но также зачастую производились реконструкции достаточно высокого уровня. Даже если от здания оставалось лишь несколько стен, но оно являлось значимым для истории, поднимали архивы, чертежи, планы, схемы, отыскивали старые фотографии, дабы восстановить первоначальный облик постройки. Речи о выгоде, прибыли и других вещах, свойственных современной России с ее экономическим укладом, тогда не было. Таким образом, советский период передал правопреемнице в виде Российской Федерации огромное количество уникальных архитектурных и исторических памятников, которые последние 30 лет исчезают день за днем, так как их содержание и обслуживание попросту невыгодно власть имущим и бизнесу. За примерами далеко ходить не надо, их сотни и тысячи только в одной Ростовской области, не говоря уже о стране в целом. Но в данном ролике хотелось бы обратить внимание не на те здания, что у всех на слуху, а на те, что спрятаны в бывших промзонах. На те, которые уничтожаются стремительными темпами, но заметок в новостях о них вы не увидите. Беспорядочная застройка и погоня за прибылью сметает все на своем пути, даже то, что выстояло во время войны. Одним из таких примеров постепенно становится мукомольный завод номер 2 с более чем вековой историей. Первые упоминания об этом месте встречаются в справочнике «Вся область войска Донского» за 1899 год, где данный завод называется товариществом Нахичеванской южно-русской мельницы. Спустя 6 лет и почти до самой революции указывается, что здесь размещалась мельница уже торгового дома братьев Парамоновых. Парамоновы – это известная в купеческом Ростове семья. Правда, чаще всего эту фамилию связывают с семейством Елпифодора Трофимовича и его детей Петра и Николая, забывая о других представителях этого рода. Чтобы не нагружать вас большой исторической справкой, оставлю ссылку в описании, где рассказываю об этом семействе более подробно. А мы пока вернемся в начало 19 века.
В отчете за 1913 год сообщается, в течение отчетного года закрылось 15 предприятий с общим количеством рабочих почти 800 человек. Из закрывшихся наиболее крупной была мельница братьев Парамоновых – 70 рабочих, 14 станков и прочее оборудование. А напротив приписка – уничтожена пожаром. Иронично, что заводской элеватор в наше время тоже недавно горел. Лишь после революции здесь продолжили действовать уже советские мельницы. В 1925 году госмельница номер 5 хлебопродукта, в 1936 году мельница номер 3 треста главмука. Перед войной производство было модернизировано, как раз в это время появляется элеватор. В послевоенные годы предприятие было полностью восстановлено, но упоминаний о нем мало. Известно лишь, что в 1983 году оно именовалось как мукомольный завод номер 2 областного управления хлебопродуктов. После распада СССР завод приватизирован и превращен в ОАО. В 1998 году завод отметил 115-летие со дня основания, обанкротился спустя несколько лет, в 2000-х. Если верить журналистам тех времен, завод просто задушили из-за внутренних разборок владельцев. Затем его купила московская компания и пыталась несколько раз перепродать, но ВОЗ и ныне там. Почти 15 лет завод стоял в полузаконсервированном состоянии, имелась охрана, камеры и собаки. В один из дней, точнее ночей, мы решили попасть на этот объект. По своему опыту скажу, что лазить на незнакомую территорию ночью – дело то еще, поэтому никому не советую. По территории передвигались перебежками, пока не оказались в весовой. Благо, оборудование и все остальное было на своих местах, поэтому можно понять предназначение той или иной постройки. В главном производственном корпусе сохранился вот такой чудесный лифт, который на тот момент вживую я еще ни разу не видел. Многие коридоры заводили нас в тупик, а само здание напоминало какой-то лабиринт. Появились мысли, что как-то надо будет и обратно потом выбираться. Но это потом, а сейчас же чистый интерес. И вот, наконец, линия производства. Так обрадовались, что и забыли, что надо поменьше светить фонарями. За это мы, кстати, и поплатились буквально через минут 20. А пока изучение агрегатов. Большая часть оборудования еще 50-х-60-х годов прошлого столетия. Благо, имеются таблички с датами и даже названием того или иного устройства. Когда выбрались наружу, нас уже ждали люди в куртках с надписью «Охрана». После небольшой беседы пришли к общему знаменателю, после чего волки сытые, а овцы свободны от отделения полиции. В процессе общения охрана нам рассказала, что их вызвали жители домов, увидевшие свет в окнах. Думали, что металл воруют, а это оказалось гуляют искатели приключений. Осознавая, сколько всего еще интересного имеется на заводе, мы не смогли остановиться на достигнутом. Спустя всего несколько дней, учитывая горький опыт, мы решили попробовать снова. Повторилось все как старь. Ночь, улица, фонарь, завод. Быть пойманными во второй раз теми же людьми – это полная фиаско, поэтому ко второй вылазке мы отнеслись более внимательно и продуманно. Оно того стоило. Перед вами продолжение производственных площадок с различным сохранившимся оборудованием и непередаваемой атмосферой. Особенно трогательно было наблюдать за бытовыми помещениями, где остались фотографии бывших рабочих, посуда, чайники и другие личные вещи. Тут же были обнаружены бирки на мешки из-под муки, произведенные на этом заводе. Таким образом, уже изучив большую часть территории, в нашем распоряжении осталось пару построек, куда мы потом и отправились. Спустя многие годы мне довелось побывать здесь снова, но уже официально и днем. Буквально сразу же заметил изменения, например, разобранные компрессоры, которые я застал еще в нетронутом виде. А вот дерево имеет не такую ценность, как металл, по крайней мере в то время, поэтому оно осталось на своих местах. Самое необычное здесь – это запах. Ощущение, будто оказался в лесу. Металлическое же оборудование ушло под ноль. Как-то странно, что такое огромное количество исчезло бесследно при такой хорошей охране. Там не КамАЗами вывозить, там БелАЗов будет мало. Думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Когда выносить стало уже нечего, собственник внезапно решил сэкономить на охране, оставив для этих целей лишь одного человека. Кстати, охрана жила в бывшем административно-бытовом комплексе мукомольного завода. При всем желании попасть туда было нереально, но теперь у меня появилась эта возможность. Первым делом я отправился в заводскую столовую, надеялся увидеть мозаику, барельефы и другие украшения. Увы, ничего этого там не было, к тому же всюду следы мародерства. В некоторых помещениях совсем все плохо, провалившаяся крыша и дыры в перекрытиях. Промелькнула мысль, что хорошо, что сюда нельзя было попасть раньше, особенно ночью. Боюсь представить, сколько здесь можно было сломать ног, в том числе и наших. И тут мне попадается великолепный витраж, который причем видно только изнутри. Из-за многолетнего слоя пыли заметить его с улицы стало почти невозможно.
Рядом висела доска с различными дипломами и наградами, когда заводик еще кое-как работал после распада Союза. А дальше самое ценное, что только можно себе представить. Нет, не золото и бриллианты, а старые фотографии, на которых еще все гудит и работает. Эти кадры вы не встретите ни в интернете, ни в книгах. Помимо территории, были и те, что сделаны изнутри цехов и различных помещений. Например, с элеватора, что находится в 50 метрах от завода, о котором расскажу чуть позже. Следующие фотографии рассказывают нам об истории становления мельницы и ее владельцах. И совсем уникальные кадры, которые не сыскать даже в архивах. Вот так они висят и пропадают в заброшенном здании завода, и пропадут вместе с ним, когда его отправят под снос. Еще у каждого советского предприятия был свой музей, ну или подобная книжица, в которой можно было прочесть его историю от начала строительства до планов на будущее. Все это обычно сопровождалось фотографиями, описанием и порой даже примерами производимой продукции. Тут я вспомнил про подобную находку в Донецке, когда найденную книгу про донецкую мануфактуру мы подарили в краеведческий музей, где от такого сюрприза сотрудники были в шоке. Но вернемся к книге о мукомоле. Конечно, куда же без цитат на первой странице. В нашем случае это вырезка с одного из съездов КПСС. Обычно видел на этом месте какую-нибудь фотографию и цитату Ленина. Некоторые ракурсы угадывал с первого раза, причем похожие снимал и сам, поэтому вот вам серия «До и после». А вот и тот самый витраж. Актовый зал сейчас представляет собой полную разруху. От него осталась лишь фанерка с лучами солнца, да сгнившая трибуна. Все эти вещи валялись под грудой мусора, поэтому их находка – это большая удача, заодно показатель того, как относятся к своей истории. Если в советский период старались сохранить исторический облик зданий, чтить его дореволюционную историю, то сейчас такие мысли даже не приходят в голову. Уже на выходе я заметил мощеную дорожку, которая наверняка помнит все эти места еще при паровой мельнице, как помнят прошлое и жернова. На всем огромном пространстве Ростовской области прямо посреди степи можно встретить вот такие интересные каменные глыбы. Это самые распространенные в прошлом и по сей день остающиеся лучшими по своим свойствам жернова из сливного кварцита. Качество изготовленных изделий сегодня удивляет даже молодое поколение, так как ему сложно поверить в то, что такое можно сделать примитивными железными зубилами и тяжелыми молотками, без алмазного инструмента и лазера инопланетян. А ведь прошло всего-то каких-то 100 лет. Первый элеватор на этом месте появился еще до войны. После освобождения Ростова был восстановлен и впоследствии реконструирован. Его, мукомольный завод, да и сотни других объектов города мне довелось посетить примерно в 2014 году. На заре развития социальных сетей я посмотрел многие заброшенные объекты и в числе первых снял их на фото, а затем выложил материалы в открытый доступ. Если поискать видео на ютубе, то отсюда можно легко найти десятки видео от школьников, которые лазят по остаткам предприятия. Пожалуй, главная ценность моих материалов – это еще не тронутый вид объектов, а не пустые коробки, как сейчас. К настоящему моменту не обязательно лазить нелегально. Совсем недавно по этим местам даже водили экскурсии, на одну из которых сходил ради интереса, только ничего нового не услышал. Скажу даже больше, организаторы взяли информацию и описание с моего блога, бонусом распечатав с него фотографии, так как почти 90% того, что я успел запечатлеть, к настоящему моменту спилено или, вернее будет сказать, своровано. Было забавно, когда организаторы узнали меня среди толпы и поблагодарили за материал. Приятно, что мой труд не прошел даром, хоть на нем теперь и частично зарабатывают, как и на всем советском наследии в целом. Мероприятие было официальное, согласованное с собственником, поэтому я испытывал необычное ощущение. Непривычно свободно находиться на объекте, по которому ты бегал из кустов в кусты, прячась от охранника, который сейчас сопровождает тебя на экскурсии. Приятным бонусом были вот эти два человека из прошлого. На экскурсии они рассказали историю сражений за Зеленый остров и прилегающую территорию, а также показали оружие и экипировку тех времен. Бои здесь, к слову, шли серьезные, о них как-нибудь расскажу в отдельном ролике.
Закончив рассказ, эти люди предложили участникам группы подержать в руках винтовки, сфотографироваться с ними на память и так далее. Вся масса сразу же ринулась в их сторону. Очередей же к данному агрегату не было, поэтому я направился к нему. Видимо, с его помощью велась погрузка, ну или сыпка зерна на корабли, что подходили к элеватору по Дону. Зерно же транспортировали с помощью конвейера в надземном тоннеле. Думаю, я, как и большинство зрителей, вряд ли когда-то увлекались элеваторами, поэтому вот вам простейшая схема объекта, дабы понимать, что есть что. Сейчас вот, например, пройдем под силосные корпуса, что отмечены на схеме. В бетонной коробке пробыли недолго, так как там очень холодно, поэтому решили разогреться на лестнице, ведущей на верхние этажи элеватора. Так как в те времена коптера у нас еще не было, держите фотографии из серии руфинга. Первый кадр – вид в сторону бывшего завода «Красный Оксай». Теперь это ЖК «Красный Оксай». Видно отсюда и дебаркадер, где мы недавно были и выпускали ролик, связанный с ракетой и метеором. Ссылка на него появится на экране. А напротив нас – мукомольный завод номер 2, о котором рассказывал до этого. Кажется, что он не превратился в стройку лишь благодаря какому-то чуду. Но, как известно, чудес не бывает. Единственная преграда – действующая железная дорога, идущая в порт. Когда порт перенесут, а его перенесут, тут же найдется покупатель и появится новый ЖК. Соседний массажировой завод с более чем столетней историей уже превратился в стройку, а каких-то 5 лет назад я еще по нему лазил. Ладно, вернемся с небес на землю. Рядом с железной дорогой имеется небольшой спуск, похожий на дренажку, но если внимательно присмотреться, то можно заметить ступеньки. По некоторым версиям, это первый подземный переход Ростова, об этом, к слову, мало кто знает. Путь многих сталкеров, назовем их так по-обывательски, которые направлялись к заводу, пролегал как раз мимо этого перехода и старенького бродяги ТГМчика. Одно время его даже продавали на Авито, сейчас тут его уже нет. Как и на мукомольном заводе, у элеватора была своя весовая, но куда более интересная. Помимо весов была вот такая схема. Когда за объектом еще следили, каждый раз приходилось находить новые пути проникновения в главное здание. То по внешней лестнице, то через подвалы, то через окна. Лестница, к слову, наружная, высотой примерно с 14 этажей, так что это был не самый безопасный способ. Подвал тоже такое себе дело, ощущение того, что ты бродишь по помещениям, которые затоплены черной водой по колено, а кругом паутина и смесь мучной и обычной пыли – одни из самых неприятных из тех, что я испытывал. Напомню, что к моменту закрытия это был полностью рабочий элеватор, на котором успели даже провести маломальский ремонт и реконструкцию. Правда, не во всем. Многие элеваторы еще при строительстве оборудовались такими типовыми системами дистанционного контроля температуры типа Марса 1500, разработки 60-х годов. На этом кадре видно вывод данных на печать путем автоматизированной машинки. Обслуживали его, видимо, не так часто, так как записей в найденном журнале совсем мало. Закончить обзор хочется фотографией, которая, как мне кажется, как никогда в тему. На ней министр обороны Словакии награждает солдат после взятия Ростова. Награждение происходит на Зеленом острове, а позади как раз виднеется наш элеватор. Если кто забыл или не знает, то Словакия участвовала на стороне Германии. Сравните пейзажи и ситуацию 42-го и 2021 года. Не видите разницы? Вот и я не вижу.